Тольяттинский художник Евгений Коробских пишет свои картины, зажимая кисть зубами, потому что судьба лишила его кистей на руках. Творчеством увлекся в конце 2018 года. Именно тогда произошла трагедия, которая разделила его жизнь на до и после. Но Евгений смог вернуться к нормальной жизни. Он ощутил на себе: искусство лечит. Творчество лечит людей вообще. Вот меня оно вылечило. Поэтому я думаю, что и многим людям еще поможет. Как бы пережить вот этот момент тяжелый, когда ты просто был здоровым человеком и стал вот в одночасье вот совершенно другим. Человек теряет себя, и через творчество можно себя просто найти заново. В помещении самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества» прошла выставка картин Евгения. Здесь представлены и ранние работы акварелью, и творчество наших дней уже масляными красками на холсте. Последнее увлечение художника – написание сложных триптихов. Выставке сопутствовал мастер-класс от Евгения. Участниками мастер-класса стали бойцы, вернувшиеся из зоны СВО, и члены их семей. Помощь в организации выставки и мастер-класса оказала и Общественная палата Самарской области. Евгений Коробских, он давно находится в сфере интересов Общественной палаты Самарской области, а сегодня мы смогли во взаимодействии с Государственным фондом «Защитники Отечества» организовать вот этот мастер-класс. Причем я уверен, что мы сегодня увидим положительную динамику в работе с нашими бойцами, с теми ребятами, которые сегодня на уже условиях ветеранства находятся рядом с нами. Во время мастер-класса участники обсудили и другие способы самореализации участников СВО после возвращения домой. Очень важно помогать ребятам, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Ребята должны понимать, что есть место, куда они могут прийти, где они могут получить весь комплекс услуг в формате одного окна. Но в то же время они также должны знать, что есть люди, социальные координаторы, да, которые всегда с ними 24/7, и они всегда могут им рассказать и о своей мечте, и о своих чаяниях, о своих надеждах, о своих желаниях. Выставка картин Евгения Коробских в скором времени будет представлена в Общественной палате России. Две работы Евгения находятся в основном фонде Музея современной истории страны. Галина Топилина, Игорь Казановский. События.